Ну что ж, пока сейчас у нас играет Яма, хотел бы со всеми поздороваться, сказать большой привет всем, кто слушает Supreme 101, кто ждал и кто только-только подключился. Хотел бы всех поприветствовать. Теперь, как вы уже видите, мы начали вещать из студии IMT. Это будет постоянно, надеюсь, пока нас не выгонят из офиса. Вот, нас ждет сегодня, конечно же, много интересной музыки, отличной, качественной музыки. И, конечно же, я думаю, все-таки пару подарков мы кому-то подарим, истинным преданным слушателям. Вот, так что остаемся на связи. Supreme стартовал, и сейчас мы слушаем трек, который называется Black Magic от моих хороших друзей из Израиля. Это проект Flippers. Не переключайтесь никуда.
как я уже сегодня всем обещал, людям, которые мне задавали вопросы по поводу того, что у нас же будет в эфире, действительно, сегодня эфир будет колоссально насыщенный, потому что я подобрал такие очень горячие, очень боевые треки, работать сегодня не будет передышки, я думаю, вплоть до последнего трека. И сейчас играет Шумахер со своим великолепным новым хитом. Я думаю, это действительно большая бомба будет на танцполах. Во всяком случае, на моих танцполах. Это уж точно. Трек называется «Люси». Это 16.05. Отличный лейбл с хорошей репутацией. Ну и артист, который тоже заслуживает в данный момент большого внимания. Так что не останавливаемся и продолжаем слушать Supreme. Буквально чуть-чуть, и я вам объявлю конкурс, который мы сегодня проведем, обязательно проведем. Это, наверное, не будет футболка, я так подумал, когда сводил эти первые два трека. Скорее всего, это будет что-то более интересное, не такое уже надоедливое, как эти футболки. В принципе, мне уже самому надоело их разыгрывать. Вот, уже, наверное, переодели в них полконтакта. Вот, но тем не менее, конечно же, что-то мы придумаем. И буквально вот совсем скоро я объявлю конкурс. Вот, оставайтесь на связи. Это Supreme номер 101. We'll be right back.
есть вполне серьезные подозрения, что нас скоро отсюда выгонят, потому что мы что-то так навалили. На самом деле со мной сейчас Димка, здесь его не видно, он контролирует весь процесс. А вот он появился тоже, решил выйти и показаться. Вот, это человек, который контролирует вот эти переключения камерами, выгружает все и так далее и тому подобное. Мой помощник, правая рука. И вот сейчас как раз мы с Димкой обсуждали по поводу того, что действительно... Так получается, видите, часто иногда задерживаются футболки, да, и поэтому самый надежный, наверное, вариант — это приехать к нам в офис и забрать футболку самому. Так вот, конечно, сегодня будем разыгрывать футболку все-таки, но человек, который выиграет футболку за наши деньги, неважно, где он будет, он приедет сюда к нам, мы ему оплатим билет, если даже он не в Киеве, и, собственно говоря, побудет с нами целый день на офисе, сможет лично забрать эту футболку. Вот, по-моему, это отличный вариант. Вот, майку заслужили все. Вот, Владимир тут пишет вот то, что да, действительно заслужили. И если у меня будет такая возможность, конечно же, я обязательно на своей гастроли буду брать их и раздавать преданным фанатам. Только предупреждайте меня заранее. Кстати, по поводу гастроли, на этой неделе я играю в Василькове. Первый раз играю в этом месте. Действительно очень интересно, потому что я давно уже не играл в небольших городах. Вот, и Краматорск. Такой у меня уикенд небольших городов. Вот, а потом в понедельник увидимся в Ейске на Open Air. Но об этом немного попозже, а сейчас мы слушаем музыку. Вот, поэтому если у вас будут какие-то вопросы касательно трека, не забывайте писать мне об этом ВКонтакте. Возможно, вы не расслышали название, но это не значит, что я вам его не скажу. Скажу его чуть-чуть попозже.
Да, ребят, вы задаете вопросы по поводу того, буду ли я сейчас с Марикой и Сашкой Галицким дальше работать. В принципе, мы настроены на какие-то совместные проекты, но у нас вышли большие разногласия в организации процесса вещания. И когда я им предложил делать все на базе моего офиса, они отказались. Поэтому, не знаю, в дальнейшем, наверное, у нас будут какие-то совместные проекты, но в данный момент пока Supreme Radio Show будет вещаться из офиса Label IMT, и, соответственно, пока Саша с Марикой не будут вещаться из этого офиса тоже. Вот, но посмотрим, что будет в дальнейшем. Да, также читаю комментарии. Приятно, что вам понравился этот трек, потому что это трек от украинских продюсеров Go Wild и Egoism. Отличные ребята, которые, я думаю, от Egoism вы услышите трек в новой компиляции Supreme Tracks, которая будет выходить в августе этого года. Это будет вторая компиляция на лейбле. Поэтому вот, исходя из таких треков, конечно же, приятно и хочется в дальнейшем работать с нашими отечественными саунд-продюсерами. Поэтому я думаю, что это яркий пример для начинающих ребят и яркий пример того, как надо делать. Действительно, делать все качественно, классно и очень энергично. Я лично очень люблю такие треки, поэтому с удовольствием играю его как в Supreme, так и в следующих своих выступлениях вживую. Поэтому, я думаю, еще не раз вы услышите от меня эту работу. Кстати, если вы обратили внимание, сегодня я играю без наушников, потому что Кирилл забрал мой переходник, вернее, он забрал свой переходник, который был у нас в офисе, поэтому мне приходится сводить без наушников. Но я ни от кого не скрываю, что во время своих выступлений я пользуюсь трактором, вот, уже давно перешел на него, отличная программа, никакой рекламы, просто действительно так удобнее мне и большинству диджеев во всем мире. Поэтому не надо говорить, что вот Спартак, я видел, он играет там без наушников и так далее. Сводить я умею, кому надо, докажу. Вот, я думаю, тот, кто выиграет у нас футболку в этот раз и приедет нам вновь и забирать ее, сможет в этом воочию убедиться. Вот, а я продолжаю, и после того, как я отыграл трек «Эгоизм», сейчас у нас уже на подходе пятый трек радиошоу. Это Омега Драйв со своим треком Milk Foam Cow. Этот трек, по-моему, уже издавался, но вот он переиздан. Действительно отличная работа, и я решил обратить свое внимание на нее и сыграть ее в этом радиошоу. Вот, поэтому пристегиваем ремни и продолжаем слушать.
Ага. Да, пишет по поводу эффектов. На самом деле я страдаю, потому что передо мной 600-й пульт. Я, хоть это и хорошее оборудование, но, конечно же, мой любимый — это 800-й. Вот, я думаю, в следующих выпусках вы уже увидите его, потому что этот мы выкинем в окно. Или кому-нибудь напарим. Вот, надо подумать, кому только. Вот, эффекты, да, я действительно люблю крутить. И буквально вот чуть-чуть поменять оборудование, и вы бы услышали их гораздо больше. Но, в принципе, для нас самым главным остается музыка. И поэтому я не буду ее портить. Не буду ее портить своими, как бы, эффектами. Простите, пожалуйста, за то, что у нас срываются немного трансляции. Я просто параллельно качаю второй сезон игры Тронов. Вот. Не, это шутка, просто бывают такие проблемы. Вот, ну и не расстраивайтесь, они быстро исправляются, и мы продолжаем танцевать. Просто не мог проигнорировать этот трек в своем радиошоу. Это Ахмед Сендил. Мы сегодня уже выкладывали его в группе Intense Pride. Этот трек действительно великолепная работа. Вышел буквально вот только на этой неделе трек. Я думаю, он порвет все возможные чарты. Очень классный трек от очень хорошего парня. Ахмед Сендил — мой хороший такой дружище. И, понятное дело, приятно, когда твои друзья делают такие крутые работы. Now, you're so strong.
without a pearl of light, I so smile in the fog. Since we do our life, how's the behavior? Как вы сами, наверное, уже успели убедиться, этот трек просто мега крутой. Вот, и он закрывает первую половину нашего микса, и буквально в течение 5 минут мы назовем вопрос, ответим на который вы выиграете, собственно говоря, футболку и поездку к нам в офис. Думаю, к этому времени мы успеем убрать все бутылки, которые остались от празднования сотого Саприма. Вот, но это шутка. Слушаем музыку и остаемся на волне. Это Саприм номер 101. Since when do I like handsome behavior? Да, наверное, закончив такими минимал-техно-героями, как Ахмед Сандил, мы переходим к более такой серьезной музыке, но я думаю, это будет буквально один-два трека. Это легендарный проект, который называется Slam, и их новый трек, который вышел на
лейбле Drum Code, тоже лейбл очень известный, многими любимый. Трек называется «Vespula». Сейчас уже этот трек на 4-м месте в Billboard чарте. Кстати, мой вопрос, который будет касаться, вернее, который приведет кого-то к победе и поездке к нам в офис, тоже будет заключаться в Billboard чартах. Сегодня такой немного грустный день, потому что сегодня вышел из чарта трек, который находился там уже долгое время, который назывался Together в моем ремиксе, который вышел у нас, собственно говоря, на лейбле AMT. Вот, вопрос заключается в том, скажите мне, пожалуйста, какое количество дней этот трек провел в Beatport Techno Top 100. И первый человек, который напишет правильную цифру, собственно говоря, и поедет к нам за футболкой. Думаю, что, в принципе, учитывая прошлые сопримы, все это отвечали на эти вопросы крайне быстро, поэтому жду ответ в очень быстрые, короткие сроки. Вот, а мы продолжаем слушать музыку. Это слэм, как я уже говорил, и трек называется «Vespula».
прерву свой трек, свой же трек своим же разговором. Вот, ответ правильный, написали очень быстро, просто сводил, поэтому не мог ответить вам. На самом деле, победил Great Stuff, как мне Дима говорит, этот парень уже у нас выигрывал. Вот, действительно, 35 дней, ровно 35 дней провел трек в чарте, это хорошее достижение. У нас есть новое, уже на 13-й позиции мой ремикс на Аксела Каракасиса Over. Кстати, Аксел Каракасис скоро, буквально на следующей неделе, станет гостем вечеринки от лейбла MT. И самое интересное, Аксел будет отмечать свое 40-летие у нас в Киеве на нашей же вечеринке. Поэтому обязательно приходите поздравить действительно легенду, ветерана и, конечно же, отлично потусоваться у нас на вечеринке. Я думаю, будет большой торт, киевский. Ну, киевский, не киевский, это уже решат администраторы клуба «Форсаж». Вот, мы поздравляем Great Stuff, спасибо за участие. Я думаю, так как вы быстро так ответили, с вами, ну, реально неинтересно играть, потому что ответы вы как-то даете крайне быстро. Вот, поэтому, ну, мы поздравляем нашего победителя. Сейчас, я думаю, мы придумаем еще какую-то активность для того, чтобы мотивировать людей, которые не выиграли эту футболку. Вот, а пока мы слушаем мой ремикс на Роя Розенфелда. Трек называется «Skunk Dance». Этот трек буквально скоро выйдет у нас на лейбле. Его уже рипнули какие-то хорошие люди и выложили в сеть. Вот. Не успел я его написать, как через день он уже в сети. В принципе, ну что, молодцы. Ребята работают, а мы продолжаем слушать музыку.
Попрошу не расстраиваться все, кто не выиграл футболку, как я и обещал. У нас... Вот, у нас... Что-что? Дима меня... Дима любит меня отвлекать, как раз когда я начинаю говорить с вами, он постоянно считает, что он должен мне что-то срочно сказать. Вот. Что я хотел сказать. Действительно, футболку уже мы разыграли, но я думаю, сегодня мы сможем еще разыграть отличные шнурки. Я шучу. Кирилла Миксера, который сегодня порвал. Вот, нет, это шутка, я просто что-то они мне бросились в глаза там вот за камерой. Вот, я думаю, мы сегодня еще разыграем 5, кому-то 5 входов на мероприятие, которое у нас будет проходить в ночном клубе «Форсаж». Вот, оно будет на следующей неделе, будет гость Аксел Каракасис. Мало того, вы еще получите доступ к нашему столику. Вот. Можно выпить, но не со мной, потому что я уже не пью и этим очень горжусь. Вот, а с моими друзьями и так далее. И, конечно же, пообщаться с нашим гостем Акселем. Вот, и для этого вам надо будет ответить, что за трек сейчас играет. Потому что, если вы знаете название, это говорит о том, что действительно вы искренне слушаете и любите техно-музыку. Ну и тек-хаус-музыку. В принципе, она сейчас очень совместилась. Вот, поэтому ждем правильный ответ и ждем вас, конечно же, на вечеринке. Из практики сегодняшнего радиошоу, я понимаю, что если я потеряю наушники в очередной раз, я терял их много, то я задумаюсь, а стоит ли мне покупать их снова. Но так пока я не увидел правильного ответа на вопрос. Видимо, никто не хочет к нам на вечеринку с Акселом Каракасисом. Очень жаль, ребят. Говорю, что я не дождался не потому, что я смотрел на свою страницу, а потому, что я проверял почту. Вот. Правильный ответ был, да, и это Максим Чуба.
Саров. Я надеюсь, я правильно произнес ударение. Вот, Максим, поздравляем тебя. И будем рады тебя видеть с четырьмя твоими друзьями у нас на вечеринке. Вместе с нами на ВИПе. Пообщаешься с Акселом, пообщаешься с нами. Выпьешь, что захочешь. Ну и, собственно говоря, будем рады тебя в очередной раз, повторюсь, видеть. Вот, а мы продолжаем слушать Supreme. И сейчас играет предпоследний трек. Предпоследний трек, который называется... Господи, я не хочу читать название, потому что я его не произнесу правильно, это 100%. Мне тут надо потренироваться. Нет, я не буду читать это название. Вот, я вам просто его выложу. Контакт. Вот, поэтому, хоть это и предпоследний трек, не уходите никуда. Нас ждет в конце очень приятная работа от нашего земляка Твардовский, которого очень-очень люблю играть в конце своих выступлений. А пока продолжаем колбаситься. Но играет все-таки это Tone Deaf и Anis Hypnoid. По-моему, правильно сказал. Слушаем Sabrina. Сами уже видите, я выложил трек-лист, и выговорить название этого трека очень тяжело. Поэтому извиняйте, авторы, думаю, они нас вряд ли сейчас слышат. Но самое главное, что мы слушаем музыку, слушаем их музыку и слушаем Supreme номер 101. Предлагаю в следующий раз устроить конкурс на человека, который лучше всех произнесет название этого трека. Вот, я вижу, вы там тренируетесь. Вот, тренируйтесь, что-нибудь да придумаем такого рода.
хотел бы успокоить Владимира. Хорошо, я привезу. Есть пару футболок. Вот, да. Да, очень быстро, очень незаметно пролетел этот час. И как все хорошее, наше шоу тоже должно подходить к концу. Вообще, как будто ничего не было. Целый день вроде готовились, но как-то так очень быстро пролетело. Но я надеюсь, что вам все понравилось сегодня. Видите, сегодня обычный выпуск, не двухчасовой и так далее. Вот. Сейчас играет великолепная работа, которая называется Your Breeze, ремикс нашего парня Твардовский. Очень-очень великолепный трек. Я очень люблю такие работы, очень люблю слушать в машине, очень люблю играть в конце. Вот, за что большое ему спасибо, за то, что он такое пишет. Вот, мы будем стараться, ну, я от себя говорю, поддерживать максимально. А вам большое спасибо, ребят, что были со мной. Сейчас, я думаю, еще скажу пару слов в конце. Вот, но хотел бы заранее поздравить всех победителей, и очень здорово, что мы все так имеем возможность теперь не только слушаться, но и видеться. Все, давайте, на связи.